And I think we should not go below a 6. Absolutely not. I would rather even give a 7. Она бы поставила 7, потому что, ну, было видно, что лошадь начала суетиться именно в момент, когда начали хлопать. То есть это было не само собой. Но в любом случае не ниже 6. Потому что, что все-таки это животное, которое такое боязливое и с таким грохотом, ну, тяжеловато стоять на месте. Мы тут боремся с компьютером.